Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 22 декабря 2022 года. Друзья, космическая зеркальная дата. Обязательно в этот день откройте окно дома, на работе, если вы работаете, и скажите эти волшебные слова. Друзья, время денежного изобилия. Все зависит сегодня только от вас, от ваших, от ваших мыслей, от вашего поведения. Знаете, Вселенная ждет от вас приказа, чтобы начать действовать. Далее, друзья, все более подробно. Так, друзья, сегодня у нас с вами 22 декабря, и нас ждет сегодня удачный и полный интересных дел и приятных встреч день. Начало дня будет немножечко для кого-то беспокойным, но вполне удачным днем. Вас могут ожидать неожиданные перемены в профессиональной сфере. Возможно, надо будет скорректировать какие-то планы и приспособиться к новым обстоятельствам. Легко сегодня завязываются полезные знакомства. Очень большая вероятность, что у вас появятся и влиятельные союзники. За новые дела сегодня лучше браться в начале дня. Именно в это время многое дается вам легко, да и энергия оказывается достаточно, чтобы справиться с, любимым, с любыми проблемами. Вам приходится одновременно решать и профессиональные, и личные вопросы. Но здесь очень важно, что вы не теряетесь, что вы ничего не пугаетесь и не забываете. Ошибкой будет считаться, что это ждать сегодня легких успехов или рассчитывать на скорое получение нужного результата. Не все складывается так, как надо, но вы сможете проявить настойчивость и все же сможете получить то, что вы хотите. Не всегда ваше упорство по вкусу вашим коллегам но вы не слушаете критических замечаний и непрошенных советов. Старайтесь сохранять спокойствие и старайтесь внимательно наблюдать за происходящим. Если вы сделаете правильные выводы, то поймете, как изменить ситуацию в лучшую сторону. Вам сегодня предстоит принимать непростые решения, и вы отлично справляетесь со всеми задачами, если только сможете сосредоточиться и не будете нервничать. Нежелательно сегодня браться за новые масштабные дела. Лучше ограничиться решением текущих задач, с ними вы всегда справляетесь хорошо. Не исключено, что придется вспомнить о каких-то старых проблемах. Если вы проявите свою настойчивость, то сможете решить их. Вам сегодня могут поступить новые интересные деловые предложения. Если вы их примете, то очень скоро сможете увеличить свои доходы, но и нагрузка тоже немного возрастет, поэтому думайте. Сегодня можно проявлять инициативу в делах. Ваши идеи получат хорошую поддержку. Ваши идеи и предложения сегодня многим нравятся, но и на деловых переговорах не последнюю роль сыграет ваше обаяние. Вы многие вопросы решите в свою пользу, и переговоры пройдут очень удачно. Вам не трудно будет произвести хорошее впечатление и завоевать доверие участников этих переговоров. Что бы вы ни происходило, вы не должны терять уверенности в себе, и вы очень правильно делаете. Именно такой подход позволяет быстро преодолевать преграды, которых сегодня может возникнуть немало. И если привычные методы перестают действовать, то будьте готовы менять свои планы, экспериментировать, импровизировать. В самые напряженные моменты лучше полагаться на старых и верных друзей, на проверенных союзников. Многие получат от них хорошие советы и смогут вовремя прислушаться к ним. У тех, кто занимается коммерческой деятельностью, сегодня будет возможность неплохо заработать. Во всем, что связано с финансами, вы можете положиться на интуицию. Сегодня она вас не подведет. Не спешите решать финансовые вопросы, делать инвестиции или покупки. Вы склонны сегодня переоценивать свои финансовые возможности и рискуете связать себя обязательствами, которые трудно будет выполнить. Любые решения, которые будут касаться денег, должны быть хорошо обдуманы. Единственное, что сегодня может обернуться для вас неприятностями, это слишком легкомысленное отношение к деньгам. Сегодня лучше избегать неоправданных расходов и не давать никаких обещаний. Это касается и обещаний личного характера, потому что выполнить вам будет и гораздо труднее, чем вам кажется. В первой половине дня попробуйте отказаться от выяснения отношений с близкими или обсуждения важных вопросов на работе. Найти общий язык с окружающими сейчас гораздо труднее, чем обычно. Конфликты вспыхивают чаще, а обиды даже незначительные долго не забываются. Возможно, проблемы в учебе. Запомнить новую информацию будет вам немножечко сложнее, чем обычно. Отдохните немного в обеденный перерыв. Даже небольшой паузы будет достаточно, чтобы восстановить свои силы. Вторая половина дня вряд ли будет плодотворной. Лучше всего это время подходит для отдыха. Дайте себе время восстановить силы. Займите чем-нибудь приятным и не слишком утомительным. Вторая половина дня очень подходит для сбора информации, для работы с документами, для посещения государственных организаций. В конце дня вероятны хорошие новости и интересные предложения. День неплохой, но больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных и сложных дел. Большая часть дня проходит очень плодотворно, особенно для тех, кто старается к любым делам относиться творчески и охотно ищет новые пути. Трудности не пугают, преграды сегодня вас не останавливают и не заставляют отказаться от задуманного, а лишь подталкивают к новым свершениям. Но можно строить планы на будущее. Вам удастся предугадать, как будут развиваться события дня. Понять, кто вас поддержит, а на кого лучше не рассчитывать. У вас будет время собраться с мыслями, составить и продумать до мелочей свой план на будущее. Обсуждать серьезные вопросы стоит только с самыми близкими людьми. Сегодня очень удачный и подходящий день для покупки мебели, бытовой техники, строительных материалов. Не исключено, что придется отвлечься от работы для решения каких-то личных проблем. Это, впрочем, вам не помешает вовремя довести начатое дело до конца. Но очень важно, чтобы в этот день вы реально оценивали свои силы. Сегодня чрезмерная самоуверенность, к сожалению, крайне опасна. Она может стать серьезной причиной неприятностей, поэтому, кстати, вечером отдыхайте, встречайтесь с друзьями, занимайтесь чем-то неутомительным и в то же время интересным, а еще сегодня очень хорошо делать поко.

Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас по лунному календарю 28 и 29 лунные сутки. Друзья, убывающая Луна в знаке Зодиака Стрелец. Очень э, важно в этот день не конфликтовать, потому что э, от этого точно никто не выиграет и будут возникать только определенные проблемы. Поэтому сегодня старайтесь как можно продуктивнее проведите этот день, вне зависимости, в какое время вы смотрите это видео утром, в обед или уже поздно вечером, вы сами для себя должны решить, что этот день для вас должен быть самым-самым лучшим. Попробуйте спланировать свою жизнь на ближайшие полгода-год. Именно в этот день, 22 декабря 2022 года. Друзья, зеркальная дата, которая еще это редчайшая зеркальная дата. Кроме того, мы с вами накануне новолуния. А новолуние у нас с вами будет в знаке зодиака Стрелец. А это еще и символизирует огромную жизненную силу, когда можно активировать и проводить достаточно любые ритуалы, практики, обряды на привлечение денег, на привлечение в дом богатства, процветания. Очень важно, чтобы вы сами себя запрограммировали на условиях, успех в любом деле и сегодня друзья в этот такой вот день в редчайший день величайший день зеркальной даты когда мы уже с вами заканчиваем год и это наверное, последняя такая вот дата на в которой цифры имеют очень важное и наверное такое вот кардина... многое кардинальное значение для каждого человека. В этот день, в любое время, откройте окно и скажите следующие слова. Кроме того, проведите эту практику и дома, и на работе. Почему? Потому что таким образом вы привлечете не только изобилие, достаток и благополучие к себе домой, но и также в свой рабочий кабинет, на работе. Если у вас нет на работе своего кабинета, Тогда найдите то место, где вам будет комфортно открыть форточку или вам выйти, вы сможете на балкон и скажите следующие слова: мои мысли и действия создают постоянное процветание, деньги и благополучие сосуществуют в гармонии. Да будет так. Также, друзья, эти слова вы можете произносить уже 22 декабря перед сном. Только главное, чтобы в этот день вы были в хорошем настроении, чтобы, возможно, кто-то будет с вами идти на конфликт, ругаться, ссориться. Ни в коем случае не поддавайтесь вот такому вот искушению. Высшие силы вас сегодня будут проверять, поэтому сдать этот экзамен не на просто на пятерку, а на на великолепную оценку, друзья, с вами как всегда был канал эзотерика для тебя, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии, пусть они также знают об этой важной и ценной информации. А прямо сейчас на экране видите два прямоугольника, друзья, это следующие рекомендованные видео для вас, нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите, друзья, всех вам. Благ, услышимся с вами уже в следующем видео.